насколько я помню, записывали ее акустический альбом, скоро, кстати, должен выйти, называется «Boy Silver Light», что-то вроде, там, в переводе путеводная звезда, которая ведет каждого странника домой. И, собственно, песня о том, чего она видалась в своих концертах, много-много, на самом деле, концертов, и в этом проекте, хотя этот проект совсем молодой, и в старых группах очень много отъездил, и как бы много людей, много мест, много мнений, много размышлений. Спасибо.